23 и 24 декабря в Центре дошкольного детства инновационных технологий и развития прошли новогодние утренники для воспитанников Центра. Педагоги с любовью подготовили праздничную сказку, в которой дети приняли самое непосредственное участие. Проявили умения и навыки, полученные за время обучения в Центре. Встретились с любимыми новогодними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой, а также Зайчиком, Лисичкой, Волчком, Снеговиком. Дети имели возможность украсить новогоднюю елочку, смастерив игрушку своими руками, получить подарок от Деда Мороза, прочитав стихотворение, поучаствовать в веселых конкурсах, потанцевать и повеселиться.